что-нибудь попробуем, не скажу, что хорошо исполнено, может быть, подпевать будете. Утекай, подворот не нас ждет мания, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишили своих чар, машины в парке, сиганский рыска. Остались только мы на растерзание, парочка простых и молодых ребят. Ла-л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 а
Утекай, он порежет меня на века, и границы потеряют контроль. Руку ниже бедра, он как стол, смотрит щелочку, что на обряд. Остались только мы на растерзание, парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Утекай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай-лай-лай-лай. Утекай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай-лай-лай. Утекай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Утекай. Короче, время пролетело быстрее, чем мы этого планировали. И я очень рад, что люди из аудитории откликнулись и вышли на сцену, исполнили песню. В этом и есть суть клуба, когда люди как бы могут без всякой подготовки, как у костра где-нибудь, выйти и исполнить свои любимые песни. То есть я рад, что прошло все, как прошло. Немножко больше времени, наверное, нам надо. Но если вам это понравилось, да, то следующая встреча будет 19 ноября здесь же. И можем сделать чуть-чуть пораньше. В 8, например, начать. Слово было сказано. Право слово, потом дело. С гранатой в кармане, с чекой в руке. Мечать здесь на пеле, на знакомом языке. Я ходил спокойно. Не прятался ни вор, колесами печально в небо смотрит круизер. Когда туман растаял и проныла луна, со смены не вернулась молодая жена. Вода отравится, погаснет свет и тихнет звук. К тебе я больше не вернусь, такой теперь я друг. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная в экстазе былая. Владивосток 2000. Немножко не тему играю, кажется. Ладно, а это... Шаланды полные кипали. Давай, так. В Одессу гостя приводил. И все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром.